Торжество красок неизбежно, когда мастер-художник пишет цветочные натюрморты. Эта тема одна из любимых у автора выставки Аллы Шахматовой. В экспозиции маэстро изобразительного искусства собрала больше 20 собственных работ. Название «А люди разве не цветы?» подобно метафоре. Каждый человек ассоциируется с каким-то цветком, рассказывает Алла Леонидовна. Как цветок, если он попадает на почву, которая не дает возможности дальше расти, он может погибнуть и завянуть. Так и человеку, каждому из нас нужна поддержка. Так же, как и художникам, которые зачастую могут потеряться в этом жизненном пути, заблудиться, но если у них будут те люди, на которых можно опереться, этот талант может стать еще более многогранным. Среди картин есть две, которые для Аллы Шахматовой особенно дороги. Это работы, носящие название «Равновесие». На первом полотне – экспрессия красного, на втором – умеренный сиреневый и другие оттенки. Я давно ждала выставки Аллы Леонидовны, вот наконец дождалась. И думаю, что получу огромное удовольствие, как и все, которые придут на эту выставку. Позитив, то, что нам сейчас не хватает именно вот этой красоты, радости. Вот надеемся все это получить и пожелать Алле Леонидовне дальнейших успехов. Выставка проработает в Доме журналиста до 5 декабря. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.